здоровы, живите богато, а мы уже ж поедем до дому, до хаты. Зеленой дуброви мы наживать будем, и ваши ласки вовеки не забудем. У вашей Господи широкое поле, нехай же нас шастите, ведь ваша доля. На речках, на ваших бурлей, как воды, как плавали скры, как гусей, караводы, как жито у поля травою велося, как сало у хати куплами велося, что день у капусти, как плавала шкварка, да шкварки вам это не треба, велося пью. Я ще вам жадаю прибытку у хати, я мало, я много, что будет побрать пися стрижку еще языки, и побрать пися стрижку, я буду и крылды, я ще не задое, либо шансует на год под бобрячкой под 10 стрижки. Дешево, дорогу же мы знаем, до вас я на мосте, и ездить мы будем до вас. Сейчас, куда же? Ну, на рысь. Эх, кто на веды, эх, кто на родины, возить каравай, по две, по восьми. Давайте все разом куплет первый. Бывайте здоровы. Бывайте здоровы, живите богато, а мы уже ж поедем на дом. Вот смотрите, тексты учителя, которые в школе, хотя на одной поверсии было написано «Бывайте здоровы», потому что вы поедете, например, на Кавказ. На Кавказ у гость, не воевать, а у гость. Это ведь важно, зараз это небезпечно. А у гости приезжаете, и это чудовное пожидание белорусское. И ваши ласки вовек. Выучите этот текст. И с буслами разберетесь. Не было как минимум. Два таких пытания. Да, простого места встречи с вами был Дмитрий Алексеевский, Сергей Александрович.